Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ну тогда я с вами здесь. Не просто так пришел я. Хип-хопу нужен донор, трудоголик, мать его. Слышно ли? Я передам вакцину в помощь. Лаборатория 3 на 3, 12 демонов, 9 рублей клавиши. Сэмпл метр за метра. В поисках магии волшебство произойдет там, где его не ждали. Дверь, отпечаток руки на замке. И наконец-то нашел ключ в темноте. За эти 10 лет не видел ничего, кроме стен. И только эта дверь. Откройся. О, блядь, что я перевернулся вверх ногами? О. Ха. Блядь. Так, блядь, сука, что же оно так все болит? Ой. Блин, отвечаю. Оно мне так больше нравится, когда оно горизонтальное. Как-то приятнее смотреть. Леночка, здравствуй. Приятнее как-то наблюдать за собой. Так оно как-то. А то, блядь, только все ебало только на весь экран и все. Дякую тобі. Нам не понять модный звук, но нам ближе бетонные подполье. Открой дверь. Наш стая бешеных псов, будь уверен, всех встретим достойно в подполье. О, Завальская, какие люди, здорово. Люлька, привет. Падре, привет. Дякую. Навзаєм. Спасибо. Отлично. Ну да. Kids Unit. Я не говорил, что я не буду заходить в перископ. Я просто говорил, что я тогда сделаю паузу. Сейчас вот веду трансляцию. Угу. Black Star Mafia. Мандаринку и вафельку. Спасибо. Не, раньше. Я уже забыл, когда в 4 утра лежал. День студента, он уже был. Я не похож на Тимати абсолютно, вообще. Не понимаю, почему меня... Ладно. Лагаю. Не похож на Тимати. 25 января еще один. Вряд ли я буду праздновать. Ай. Я уже праздную вафли и мандаринкой. Блядь! Уронил, сука, целую сочную дольку. Это все равно, что уронить, блядь, ляпочку. Это то же самое. Ой. Привет. В Киеве очень холодно, мороз.
Бунечка! Крыца моя, привет! Прекрасный день. Я ее выбросил. Схавал, конечно. Спасибо. Не масляного. Ну как, и есть, но типа на земле лежит просто. Да, чисто. Но во дворах не очень. Давай. Во дворах все в снегу, конечно. А так на дорогах, да. Ну, круто. Кажуть, що в кінці цього тижня вже піде потепління. Так. Ну, насчет таких дорог я не в курсі, братан. Фу, блядь, что-то... Ой, какая-то слишком сладкая мандаринка. Ой, блядь. Аж горло задёрло, блин. Не, блядь. О, фу. Полегчало. На самом деле, сейчас такая хорошая, такая уютная культурная трансляция. И я вот даже не знаю, идти ли мне ссать в туалете или не ссать. Даже вот что-то и не знаю. Ну да, я не изменяю своим традициям. Просто, понимаете, туалет вот такой соблазнительный, я вот думаю, писнуть ли? Хочется, хочется, ой, хочется. Ой, ладно, короче, блин. Я вас спрошу, когда это я вообще стеснялся писать в перископ? Я отвечаю. Когда это я вообще, отвечаю, стеснялся писать в перископ? Я никогда не стеснялся. Да, серьезно, что такое? Ха. Ой, ладно, дело-то житейское, как будто вы не писаете все там. Ну ладно, не в перископе, но... Надудолил. Чатр учили. Юниорал! Нам не понять модный звук. Ой, блядь. Кипяток полился. Но нам ближе бетонный подполье. Мама, дальше. Будь уверен, всех встретим достойно подполье. Ла-ра-ра-рай, ла-ра-рам, та-ра-рам. Та-ра-ра-рам, ла-ра-рам, ла-рам, кулака. Объединим силы, станем горной стеной андеграунд. Станем стеною. Ой. Ну, музончик хороший заиграл. Арафат. Радом зим пьяненький буш. Я напьюсь на брузершафт.